спрячем дочку от Гвен. Она уничтожит нас и все королевство. Моя девочка! Вот, держи! Пусть она тебя защищает! Ваше Величество, Гвен идет уже сюда! Быстрее! Дорогая, пора. Береги нашу дочь. Клянусь, с Евой будет все в порядке. Стой! Вот, возьми корону. Передай ее Еве, когда она вырастет. Уже точно она знает, что она настоящая принцесса. Клянусь, я сделаю все, что в моих силах. Теперь беги. Наконец-то я вдали от королевства. Ой, тише, принцесса. Фух, наконец-то уснула. Так, надо спрятать ребенка и поесть. Добрый день, что будете заказывать? Еду. Давайте ваше самое популярное блюдо. Значит, чизбургер. Извините, а не подскажете, где у вас тут туалет? Туда и потом направо. Спасибо. Итак, говорите, ребенка оставил парень, да? Да, он сам подросток, у него не может быть ребенка. Значит, украл. Этого похитителя нужно посадить. А ребенка я заберу к себе в детдом. О нет, меня посадят в тюрьму. Надо бежать. Король и королева мне не простят, что я оставил их дочь. Ну, значит, спрячусь среди обычных людей. Бедная девочка. Ой, так тебя зовут Ева? Не переживай, Евочка, я позабочусь о тебе. Я самая прекрасная принцесса на свете. Очнись, принцесса! Что вам надо? Ты задолбала руками махать! А ты представляешь, что на полу танцуешь? Да! Чего вы смеетесь? Вот удочерит меня королевская семья. Посмотрим, кто будет смеяться последним. Тебя максимум бомжи удочерят. Мы как раз устраиваем бал в грязи. И нам нужна принцесса. Может, возьмем ее с собой? С удовольствием. Чтобы не только нам влетело за нарушение правил, а Еве тоже. Не надо! Тони, а ты что делаешь в комнате девочек? Я... А ну марш отсюда! Это она из-за твоих визгов пришло. Сиди, а ты тоже со мной быстро. Зачем? Я же в своей комнате. На тобой родители приехали. Тебя удочерили. Что? Идем уже быстрее. У меня будут родители! Почему здесь? Почему ты плачешь? Почему забирают всех, кроме меня? Евочка! Да что раз из Сити появились родители? А чем я хуже? Ты ничем не хуже. Просто ты уже взрослая. В смысле? Тебе уже 16. Таких детей никто не хочет брать. Семьи в основном забирают только малышей. Что? Так я бракованная? Где же она сейчас? Не переживай, любимая, мы ее обязательно найдем. Ну как? Мы ищем ее уже 16 лет. А вдруг с ней что-то случилось? Не нужно было ее отдавать. Но ведь ей и нам грозила опасность от твоей сестры. Гвен пропала сразу же после того, как мы отправили его с Крисом. А вдруг она с ними что-то сделала? Моя доченька. Наша дочь жива и здорова. Я это чувствую. Но она сейчас не с нами. Нас нет на соседке. Где она может быть? Ваше Высочество, Ваше Высочество! В чем дело? Я же просил, нас не беспокоить. Мы нашли! Кого? Я?
Слава! Мы нашли нашу принцессу! К сожалению, мы нашли только Криса. Так это же отлично! Он точно должен знать, где Ева. Если этот слуга бросил нашу дочь одну, я его казню. Готовь наши вещи, мы отправляемся к Крису. Крис! Крис! Никого нет. Этот трус опять сбежал! Ну, может, его еще нет дома. Подождем у входа. Ладно. Привет, сестренка! Гвен, ну ты же исчезла! Тебя не видели уже 16 лет! О, я готовила месть! И сейчас самое время ее воплотить! Бежим! Опа! Куда ты собралась? Не твое дело! Наша принцесса собралась в свое помойное королевство. Отвянь! Ты даже игрушку с собой берешь! Тебе сколько лет? С этой игрушкой меня нашли! Настоящие родители оставили ее со мной! Да. Продолжай верить в эти сказки. Ох, как же ты достал! Стой! Так ты реально валишь? Да! И только попробуй спалить меня директрисе! Так мне же лучше! Не буду видеть твое мерзкое лицо! Придурок! Как же хочется есть! Но у меня совсем нет денег. Может, украсть? Блин, но продавщица смотрит прямо на меня. Алло, да? Конечно, я могу говорить, я не занята. Фух, не смотрит. А теперь надо валить. Куда собралась? На выход. А ты ничего не забыла? Например, заплатить? А я это не здесь покупала, да? Что ты мне чешешь? Я все видела. Плати бабки, или я сейчас же позвоню в полицию. У меня нет денег. Тогда я сейчас же звоню копам. Нет, пожалуйста. Подружка, ты опять пранки устраиваешь? Извините, моя подруга просто очень любит подшучивать над продавцами. Ну, типа она воровка. А мне плевать, пранк это или нет. Платите бабки. Конечно. Вот, держите. Этого должно хватить. Как эта девочка могла сбежать? Из-за нее у меня будут проблемы. Не переживайте, миссис Элис. Я разослал фото Евы по всему городу. Надеюсь, скоро мы ее найдем. О, прислали видео с уличных камер видеонаблюдения. Ева была обнаружена в 20 милях отсюда. О, поехали за ней. Ну и устрою. Зачем ты меня спасла? Спасибо, конечно, но зачем? Ну, если бы вызвали полицию, то тебя бы забрали в детдом. А ты явно оттуда только сбежала. Что? Откуда ты знаешь? Ну, я просто тоже сбежала с приюта. И такую, как я, узнаю с первого взгляда. Я Ариэль. А я Ева. А тебе хотя бы есть где ночевать? Пока нет. Я даже не знаю, куда мне идти. О, так ты можешь жить со мной. Две беглянки против целого мира. Круто, правда? А у тебя есть дом? Ну, почти. Пойдем, я тебе все покажу. Ну, вот мы и пришли. Конечно, не лакшери условия, но... Да тут офигенно! Как уютно! Ты сама все это сделала? Ну, вообще, хозяева этого дома уехали в отпуск и забыли закрыть свой гараж. Вот я и тусуюсь пока тут. Ну, крутяк. Время перекусить. Ты их стырила, ого! Ну да, не буду же я за всю еду платить. Ой. Сзади, а почему ты так странно одета? Ты будешь смеяться, как и все остальные. Ты что? Мы же подруги, я никогда не буду смеяться над тобой. Я мечтаю стать принцессой. Ого! И как ты планируешь это сделать? Ну, например, чтобы меня удочерила королевская семья. И я забыла, что такое бедность и голод. Я тебя понимаю. Я тоже мечтаю оказаться потерянной дочкой миллионеров. Жаль, что это только мечты. А знаешь, и пофиг.
Главное, что мы нашли друг друга. И теперь никогда не будем одиноки. За нас! За нас! Ну, пока останусь в этом отеле. А потом свалю на острова подальше от Бен и этой всей королевской движухи. Стой! Вот, возьми корону. Передай ее Еве, когда она вырастет. Наша дочь должна знать, что она настоящая принцесса. Клянусь, я сделаю все, что в моих силах. Ну, тогда Гвен расправится с Евой, королем и королевой. Ей никто не помешает. Бедная принцесса. Она этого не заслуживает. Нет, Крис, так нельзя. Ты должен сдержать клятву и спасти принцессу. Что-то есть хочется. Блин! Даже кола пустая. Кажется, пора сварить еще еды. Долго еще? Ева должна быть где-то здесь. Блин, это же полиция и директор детдома. Они же нас сейчас в детдом заберут. Убежать мы не успеем. Нужно их отвлечь. Ева, 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 вставай, подъем! А? Что такое? Ничего, просто у нас еда закончилась. Ну так пошли еще, стырим. Знаешь, я что-то себя так плохо чувствую. Мне кажется, это простуда. Капец. Вот, у меня осталось еще немного денег. А, окей, тогда я пойду и что-то нам куплю. А ты ложись, отдыхай. А, и еще возьму тебе что-то от простуды. Ложись, отдыхай. Спасибо, ты лучше. Но мы же подруги и всегда друг за друга. Ладно, я побежала. Вот и ты. О, мисс Элис, как вы меня нашли? С помощью полиции. Ты сейчас же вернешься в детский дом. Да с кем ты разговариваешь? У нее, видать, совсем крыша поехала. Идем. Так, посмотрим. Да, Ева точно здесь. Только посмей тронуть принцессу. Да ладно. Неужели в тебе проснулась совесть? Я не дам тебе разрушить королевство. Ты что? А ты забыл, что я не только младшая сестра королевы, я еще ведьма. Знаю. И как раз для тебя у меня есть это. И что это? Волшебный порошок, который отправит тебя туда, откуда ты пришла. Да что ты? Я тебя... Какая же я никчемная. Ну что ты тогда меня смотришь? Да, я лохушка. Мне никогда не стать принцессой. Ева, это ты? Да. Это точно ты. У тебя вон мамины глазки. Вот ты вообще кто такой? Так, идем. Можно срочно уходить. Нет, я не пойду никуда с тобой, пока ты не скажешь, кто ты. И зачем я тебе нужна? Я слуга в королевской семье. Ну, точнее, был им. А ты принцесса, которую я должен оберегать. Что? Я принцесса? Ну да! Ну, твои родители попросили меня спрятать тебя. Ну, для твоей же безопасности. Оставив в детдоме? Нет. Так, короче, получилось. Там полиция приехала, владелица детдома. Ну, я, короче, испугался и сбежал. Ты сумасшедший! Что ты вообще несешь? У меня есть доказательства. Твои родители. Король с королевой заказали эту диадему для своей дочери.
То есть? Для тебя? Для меня? Нет, она не может быть моей! Ну, Ева, поверь мне, поехали к твоим родителям. Пожалуйста. Да это чушь! Я всю жизнь мечтала оказаться принцессой, но не думала, что это случится так просто. Слишком просто. Ну, поехали, и ты сама во всем убедишься. Ты же от этого ничего не теряешь. Ладно, поехали. Эй, любимая, успокойся. Ну как тут успокоиться? Мы до сих пор не нашли Еву. Криса тоже нигде нет. Еще и Гвен вернулась. Главное, что Гвен не проберется сюда. Да, это ты, Виллот, отправил меня в королевство. Нет, только не это. Ой, а чего вы такие испуганные? Не рады возвращению сестренки? Ты хочешь уничтожить меня и всю мою семью? Да, несправедливо то, что королевство все досталось тебе одной, потому что ты старше. Гвен, прекрати! Ты же можешь жить во дворце и ни в чем не нуждаться. К чему эта вражда? Я хочу власти. Все должно было достаться мне. Поэтому я устраню вас и вашу наследницу. Ты не посмеешь тронуть мою дочь? Еще как посмею. Добро пожаловать в темницу! Теперь вы мне точно не помешаете! Вернись! Немедленно выпусти нас! Уверен, что они здесь. Во дворце никого не было, а это обычный дом. Ну, возможно, король и королева решили спрятаться в свой обычный тайный дом. И нафиг им это? Ну, потому что вернулась Гвен! Кто? Ну, твоя тетя и по совместительству злая ведьма. Чего? Так, все, мне надоело слушать этот бред, я сваливаю. Ой, куда? Осталось просто постучать в дверь. Окей, но если никто не откроет, я сваливаю. Ваше Высочество, как я рад вас видеть! А ты кто? Ну, я Крис, ваш слуга. А, я понимаю, вы можете меня не помнить, прошло уже много лет, но... Я привел вашу дочь! Еву! Привет! Но у нас нет дочери. В смысле? Что с вами произошло? Ты выпустила нас из темницы? Неужели ты передумала и согласна на жизнь в мире? Конечно, я не согласна все бросить. Я все еще хочу власти. А, я нашла вашу дочь. О, нет! Только не трогай ее, прошу! Да я и не смогу. Если я применю магию на Еву, она поглотит ее, и я исчезну. Значит, против нас у тебя нет шансов. Есть. Если я сотру вам память, вы не узнаете вашу дочь. Она никогда не узнает, что она настоящая принцесса! О чем ты? Мы ничего не помним. У нас никогда не было детей. Я не знаю, что случилось. А я знаю. Ты решил подшутить над бедной сироткой! Только вот это жестоко! Ева! Фух, я думала, ты опять сбежала. Давай, поднимайся. Быстренько приводи себя в порядок. Зачем? Опять проверка? Нет, тут одна пара выбирает себе ребенка и решили посмотреть тебя. Так что давай быстренько вытирай слезки и улыбайся. Это твой шанс обрести семью. Можно? Да-да, миссис Кристи, входите. Вот и наша Евочка. Очень жизнерадостный ребенок.
улыбайся. Угу. Но зачем заставлять ребенка, если она не хочет? Да, Евочка явно без настроения. Будешь тут радоваться. Дорогой, кажется, Еве как никому нужна семья. Согласен. Вы ее берете? Да. Ты согласна? Может, хватит ждать волшебного превращения в принцессу? Это же мой шанс жить в хорошей и дружной семье. Ну? Я согласна. Отлично, я так рада! Дорогой, принеси пока наш подарок для Евы. Ага. Ты такая хорошенькая, такая красивая девочка. Вот, мы купили тебе одежду. Надеюсь, мы угадали с размером. Это лишнее. Ева всю жизнь ходит только в самодельных нарядах принцессы. Уже нет. Это была просто глупая детская мечта. Ух ты. Спасибо вам. Ты переоделась, тебе очень идет. Спасибо. Присаживайся, скоро будет папа, и мы будем вместе ужинать. Ой, тебе, наверное, непривычно называть Зака папой. Прости, я, наверное, тороплю события. Да, ничего страшного, все хорошо, правда. Фух, ну, если что-то не так, то ты говори. Хорошо. Вау, какая же она классная. Привет, мои любимые девочки. Привет. Это тебе. А это тебе. Только съешь после ужина. Да, окей. Хорошо, спасибо. Блин, а куда же цветы поставить? Я же все вазы на чердак унесла. Я принесу. Мы сделали все-таки правильный выбор. Да, Ева хорошая дочка. Так, где же эта ваза? О, вот она. Кто здесь? Ариэль? Ева! Привет, моя любимая подружка! Мы не подруги! Ты кинула меня! Знала, что пришла полиция и подставила меня! Прости, я просто очень испугалась! И что ты вообще здесь делаешь? Ограбила магазин, прячусь от копов, и теперь вот пробралась в чей-то чердак. Это чердак моих новых родителей. Вали отсюда. Я начинаю новую жизнь. И не хочу, чтобы ты ее испортила. Евочка, ты нашла вазу? А это кто? А это мама. Я Ариэль, подруга Евы. Узнала, что у нее новая семья, и вот решила зайти в гости. Ой, как классно. Я рада познакомиться с друзьями моей дочери. Я тоже очень рада знакомству. Ну вот и хватит на сегодня. Ариэль, уже пора. Так быстро? Ариэль, может, ты останешься на ужин? С удовольствием! И как вы познакомились с Евой? Ну, наверное, же вместе были в детдоме. О, Таня! Мы вместе прятались в гараже. Хотели бродяжничать. Но Еву снова забрали в детдом. Ева? Это правда? Мы думали, ты хороший ребенок. Ну, какая разница, милый? Это же было давно, и Ева больше так не делает. Это давно в прошлом. Милый, ты же знаешь, что никаких гаджетов за столом быть не должно в нашей семье. Извини, тут какие-то срочные новости. Может, это не наша Ариэль, а просто имя похоже. Да нет, тут и фотографии из магазина есть. Ой-ё! Не важно! Ева, как ты могла приносить эту воровку к нам в дом? Она сама пробралась, я просила ее уйти. Это ужас! Ариэль обчистила нас!
Она забрала все золото и деньги. Что? Какой ужас. Ева, это все из-за тебя. Но я ничего не сделала. Я сама не хотела общаться с Ариэль. Знаешь, Ева, мы думали, что ты правильная девочка. И у нас будет образцовая семья. Но я больше не веду себя так. Я докажу вам, что вы не ошиблись, взяв меня, обещаю. Если кто-то узнает о твоем прошлом, и это отразится на нашей репутации. Вот-вот. А что соседи скажут? Прости, Ева, но мы вынуждены отказаться от тебя. Вы отказываетесь от меня? Да. Это будет правильным решением. Можешь собрать вещи и уходить. У тебя полчаса. Да, и верни всю одежду, которую мы тебе подарили. О, Ева, наконец-то я тебя нашел. В детдоме мне сказали, что тебя удочерили. Ага, и выгнали в первый же вечер. Капец. Что тебе от меня нужно? Опять будешь рассказывать сказки про королевскую семью? Ну это не сказки. Слушай, нам нужно опять отправиться к твоим родителям. Да каким родителям? Эти люди меня не помнят. Ну я узнал почему. Гвен лишил их памяти. И все королевство теперь под ее руководством. Ты хоть сам веришь в этот бред? Поставь меня! Подожди! Если ты со мной не пойдешь, то все королевство будет в беде. Гвен жестокая, она просто всех казнит. Прошу, доверься мне. Только ты можешь всех спасти. И как же? Ну, нам нужно вернуть память твоим родителям. Ну, я пока не знаю, как именно, но нужно попробовать. Для этого обязательно нужна я? Да. Окей, я сама себя сейчас не понимаю, но да, я согласна. Ура! Тогда нам нужно поспешить только сейчас. Окей. Тебе нужно будет взять с собой вот... Вот это. Хорошо. Добрый день. Здрасте. Опять вы? Дорогой, кто там? Ну, это вы? Мы уже говорили, у нас нет никакой дочери. И не было. Ну, вы просто не все помните. Выслушайте нас, пожалуйста. Мы не хотим... Милый, а может, все-таки послушаем, что они скажут? Китти, ты серьезно? А вдруг они мошенники, аферисты, обворуют нас и все? Сомневаюсь. У них очень добрые глаза. Проходите. То есть, по-вашему, мы с женой король и королева, а это наша дочь. Которую мы отдали, чтобы защитить от моей злой сестры Гвен. Да? Это по его версии. И потом эта Гвен стерла нам память. Ну, какой в этом смысл, если она могла просто уничтожить и нас, и Еву? Вот я не могу понять. Неужели вы вообще ничего не вспомнили? Не-а. Может, это вам поможет? Ева, покажи диаграмму. Ага, да, сейчас. Да, вот. Ну? Ничего. Абсолютно никаких воспоминаний. Как так? Любое заклятие обратимо. Мне осталось найти способ обратить и это. Ой, а вы в порядке? Да. Толкается. Уже? И правда? Вы беременны? Да, недавно узнали. Вашего ребенка будет прекрасная жизнь. Он еще не родился, а вы его так любите. О, ты куда? Даже если они и вправду мои родители, у них новая прекрасная жизнь. И я в ней явно лишняя. Ой, ты уронила. Вот, держи. Я вспомнила! Я все вспомнила! Ты о чем? Доченька! Моя девочка! Мы наконец-то тебя нашли! Так ей правда принцесса? Да! И вы меня не бросали, а хотели спасти? И выходит, все, что говорил Крис, правда? Ну, конечно! Моя девочка!
А если Крис не струсил бы, то мы бы встретились еще раньше. Ну, простите, Ваше Величество, я был тогда напуган. Ну, я же вернулся, все же хорошо. Нейт, оставь его, все и правда хорошо, мы вместе. А как же Гвен, она и правда ведьма? Правда! Все-таки сняли мое заклятие, вспомнили все, да? Именно. И то, что на Еву твоя магия не действует. Не действует? Так вот почему Гвен вам стерла память, а не просто уничтожила вместе с Евой. Да, вы правы. Принцесса действительно может поглотить всю мою магию, и я исчезну. Но она исчезнет со мной. Что? Нет! Так нечестно! Итак, что выбираете? Либо я устраняю вас, либо Ева жертвует собой и поглощает всю мою магию! И что тогда? Ну, королевство зачахнет, у вас же нет других наследников! Вообще-то есть! Не может быть! Я этого не допущу! Ева, зачем ты это сделала? Чтобы у моего младшего братика или сестренки была счастливая жизнь. Без боли, страхов, никак у меня. Евочка! Прощайте. Сыночек, это твоя сестренка Ева. Она самая настоящая героиня. Только благодаря ей мы все живы. Дорогая, ты как? В порядке. Вот знакомлюсь сыночка с Евой. Теперь в королевстве снова порядок, и мы сделаем все, чтобы у нашего малыша была счастливая жизнь. Только Ева нам уже не вернуть. Она навсегда останется в наших сердцах. Наша отважная принцесса. Ты чё так недовольно отвечаешь? А? Да потому что ты у меня каждый день это спрашиваешь. Сколько надо, столько и спрошу. Ясно? Ага. Ты чё орёшь? Ну тише ты. Я только проснулась. Ты ненормальная? Ты чего так тихо подкрадываешься? А почему до сих пор здесь? А ну быстро на уроки! Опять? Ну мы же только были в классе! А вот нефиг постоянно спать! Идем! Держитесь, Нелвин! Ах ты ж! Да я яблоки лучше бросаю, чем вы мечи! Вы только в голову же не бросайте! Это неправильно, мы же принцессы! Мяч лови, дурочка! Это что тут опять происходит? Я вас спрашивал, что вы тут устроили? Мы просто играли. К директору! Немедленно! Быстро, я сказал! Вам кто-то разрешал играть мячом в школе? Нет! Отлично! Тогда почему вы чуть не разнесли в школе коридор, а? Мы больше не будем. Конечно, не будете. Иначе вы не только из школы у меня не выйдете. Я вас по комнатам закрою. Только не по комнатам, пожалуйста. А я разрешала говорить? Доведете меня? Я заставлю вас заснуть на 100 лет! А-а-а, игла переведена! А теперь пошли вон отсюда!
Привет, принцесса. Это что за красавчик? Походу принц. Еще и у нас в школе. Я Золушка. Вы че опять тут столпились? Не доставайте принца. Да ладно тебе, Зак. Мне приятно пообщаться с такими красивыми принцессами. Да идите уже! Вас Малефисента ждет. Вот всегда ты все портишь. Еще увидимся. Зак, а кто это такой? Это принц Нейт. Он теперь тоже будет здесь учиться. А какое у него королевство? А он занимается охотой? Расскажи, расскажи, расскажи! Где вы? Прицепились! Ну, как всегда. Ладно, тащите уже эту. Так кушать хочется. Еще б еду нормальную найти. Эх, сейчас бы на охоту зажарить какого-то кабанчика. Аж слюнки потекли. Да, я лучше морковку поем. Привет, девчонки. Привет. Что у тебя так вкусно пахнет? Это пицца, хотите? Да! Даже вкуснее, чем кабанчик. А где ты это достал? В кафешку рядом сходил. В смысле в кафешке? Ты можешь уходить отсюда? Ну как, на школе же заклятие. Я благодаря этому могу выходить, он заколдованный. А у тебя случайно второго такого нет? Есть. Этот браслет я берегу для принцессы, которую полюблю. Ой, мне же на занятия пора. Вы понимаете, что это значит? Нужно стать возлюбленной Нейта, чтобы выйти отсюда. И это буду я! Нет, я! Не ты делаешь, принц? Ты еще не подшутить надо мной? Сейчас у Малефисенты спросим. Нет, сама у нее спрашивай. Неужели никто не опоздал? Директор, а где принц? Он же с нами будет учиться. Сейчас вы все и узнаете. Ой, какая милая лягушка! Ква-ква! И зачем нам это все? Да, из вас, кто превратит лягушку в принца, сможет выйти на 5 минут на балкон. Ура! Время пошло. Где же это заклинание? Вот, превращение человека в лягушку. Нет! Мне надо наоборот. Фигня эта книга. Буду действовать по-своему. Лети, стрела, туда, где принц. Найди его. Мирина, оружие запрещено. Вон из класса. Ой, принц, не бойся, я тебя расколдую. От твоих разговоров он не превратится обратно. А что ты там вырезаешь? Туфельки. Вот одену их на лягушку, и она обратно принцем станет. Еще чуть-чуть для этого. Ты зелье готовишь? Ага, зелье энергии. А зачем принцу зелье энергии? Это не принцу, это мне, чтоб не спать. Вот вы глупые. Принца спасет лишь поцелуй. Ну и? Вот чучело, я пошутила. Ни одна из лягушек не принц. Окончен. Ну класс, идем, Белоснежка, поищем мать из твоих бородавок. Так, зелье энергии готово.
платье, что я нашла. А, ты точно все проверила? Вдруг это не поможет? Это лучшая мази. Ну, пойди еще посмотри. Ладно. Бедные мои ручки. Нужно проверить, такая же ли я красивая. Зеркало, зеркало! Что это? Я не знаю, что это будет. Кто на свете всех милее, прекрасней? Ну, конечно, ты. А чего ты руки за спиной прячешь? Ничего, просто так удобнее стоять. Показывай давай. Ну, молодец, испортила себе руки. Я знаю, я уродина. Все, не ри. Я могу тебе помочь, но при одном условии. Какое еще условие? Я избавлю тебя от бородавок, а ты не задалбываешь меня целую неделю. Хорошо. Ура! Не ходи в кафе, Малефисента злится. Но пицца же вкуснее. Вся еда здесь есть. В холодильнике тоже есть вкусная еда. О, персики! Нейт, привет. Ты кексы ешь? Хочешь, я тебе горячий шоколад сделаю? Золушка, иди отсюда! Зак, оставь ее! Я хочу поболтать с Золушкой! Слышал! И вообще, ты не можешь указывать нам наше свободное время! Ну ладно! Ну только попробую поставить на урок! А вы домой тут живете? Да, Малефисента нас тут уже много лет держит! Какой ужас! Нужно все это срочно помыть! Да, оставь, потом помоешь. Я так не могу. Не кроши! Да чего ты так паришься из-за бардака? Все должно быть чисто, идеально чисто. И вообще, я буду прекрасной женой. И готовлю, и убираю. А я тебе нравлюсь? Ну... Нужно еще полы помыть. Видишь, я отличная хозяйка. Прости, давай я выброшу. Да не нужно его выбрасывать, я его доем. Нельзя есть пола. Нужно срочно помыть и беру. Открываю. Да отстань ты, ненормальная. Я тебя. Отвали! Ты даже краситься не умеешь. Да что ты? У меня для этого есть книга. Ты будешь делать макияж по книге? Ничего смешного. Так, где тут макияж глаз? Ну ладно, окей. Мне мейк не нужен. Я все равно самая красивая. Да что ты? Давай лучше у зеркала спросим. Давай. Зеркало, зеркало. Кто из нас самая красивая? И вас двоих прекраснее Белоснежка. Чего? Ты обалдела? Ну я же говорила. Сейчас я твою красоту подправлю. Сейчас из-за тебя Золушка Алимерида тебе принца заберут! Ты права. Нужно сначала их устранить, а потом между собой разберемся. Идет? Идет. Кстати, а где спящая красавица? Вдруг она с принцем? Хозяйка! Хозяйка! Да что уже! Наши принцессы активизировались. Они все хотят понравиться принцу. Отлично. Значит, они влюбились. Значит, скоро я смогу разбить их сердца и сделать из них свою армию злодеек. Это значит, руки можно принять? Нет!
придурок! Собрать своих зверушек, чтобы они проследили за принцем. Зверушки мои, прибегайте ко мне! Белоснежка вас ждет! Только насекомые. Ты мне чуть насекомых не раздавила! А ты чего такая активная? Я выпила зелье энергии, теперь я вообще спать не хочу! А ты за принца бороться не собираешься? Зачем? Ну, та, которую он полюбит, сможет с ним сбежать. Да мне пофиг, мне теперь и так норм. А у вас есть книги? Супер! А тебе зачем столько книг? Покажу принцу, какая я умная и начитанная. Эй! Сейчас моя очередь общаться с принцем! Фехтованием? Ага. Хочешь попробовать? Конечно! Осторожней! Да не бойся! На! Мне больше лук нравится! Эй, не надо на меня стрелы направлять! Да не паникуй! Я профессионал! Чем занимаетесь? Болтаем! Не мешай! То есть ты умеешь обращаться с оружием? Конечно! Я на охоту хожу! Да и вообще я сильная! Даже тебя могу защитить! Ну, вообще-то, я считаю, что принцесса не должна себя так вести. Она должна быть нежной, ходить на балы. Ах, на балы, значит! Марина, нет! Не, ну ты слышал, что он сказал? Придурок! Ты не обращай внимания, она у нас немного пацанка. Да, это я уже понял. Может, сядем поболтаем? Давай. Ты любишь читать книжки? Ну, я две прочитал. Две? Это за сегодня? Нет, ну в общем, всего две книги. Что? Да как так можно? Книги и образование — это самое важное в жизни. Тупица! О, а вы уже в классе? Тише! Белоснежка спит! Что? Подъем! Подъем! Нельзя спать на лаке! Что-что? Спящая красавица не дает кому-то спать? Она своего зелья выпила, вот и крыша поехала! Просыпайся! Да отстань ты! Не сплю я! Итак, дамы, записываем задание. Волшебные палочки и их применение. Блин, у кого-то есть запасная ручка? Опять? У вас нет никаких способностей к магии. А это? Да у тебя рандомно все в тыкву превращается. Ты не умеешь этим управлять. Поэтому я сейчас вас буду учить. Вау, волшебная палочка. Класс. Что? Убери меня! Убери меня! Я тебя спасу! О, еда! Не смей! Это наш друг! Нужно превратить его обратно! Да блин! Хватит! Быстро сдай меня за палочки! И вон отсюда! Рано вам еще! Тебе оставь. Класс, спасибо. Еще одна тыковка в мою коллекцию. Вот, ты круто танцуешь. Да я обожаю танцевать. Ух, что-то энергия заканчивается.
А это что ты сейчас выпила? Зелье на ним! Давай, танцевай! А ты классная! А ты тоже! У тебя такие красивые глаза! А что это вы тут делаете? А, танцуем! А что, нельзя? Можно, но у тебя сейчас занятие с Заком. Да. И ты опоздал уже на 15 минут. Идем уже. А с кем я танцевать буду, а? А давай-ка с вами. У тебя совсем уже крыша поехала? Чего вы? Танцы, это ж круто. Полежи пока тут. Нужно сказать Заку, чтобы он ее в комнату перетащил. Может, хватит? Нейт, ты должен быть сильным. На, возьми лучше это. И что это? Не задавай глупых вопросов, отрабатывай удары. В лицо! Лицо злее! Злее! Да не хочу я быть злым! Надоел! Что значит ты не хочешь быть злым? Ты мой сын и должен быть похож на меня! А я не хочу! Если ты уйдешь, я превращу тебя в жабу! А мне пофиг! Это же у тебя сын будет жабой! Ква! Ты все равно станешь владельцем! Принц выберет меня! Вы ему не понравились! Да я вас всех свяжу, а принца украду! Только попробуй! Ах ты, курица! Вы неадекватные! Ну вот, молодцы! Сейчас нам отделю пись влетит! Аврора? Вот Соня! Кладите ее! Посмотрите! Ее кололи иглой! Капец! И что теперь делать? Может, ее туфлей долбануть? Нет! О, может, гнома позвать? Ну, они же меня как-то разбудили! Правда, я не помню как! Отличная идея! Гномы! Гномы! Видишь их? Нет! Мы не можем выйти за пределы школы и позвать их! Тупица! А ну, успокоились! Надо в книге посмотреть. И зачем мы ее сюда притащили? Тут энергетика лучше. Как жаль ее. Ты что-то нашла? Нет, ни в одной книге ничего нет! Значит, спящая красавица навсегда останется спящей. С меня хватит! Я сваливаю отсюда! Интересно, как ты это сделаешь? Украду браслет у принца! Я тоже здесь не осталась! Аврора? Аврора, что с тобой? Неужели Малефисента тебя заколдовала? Я же влюбился в тебя, моя спящая красавица! Принц? Ты проснулась! Надо собрать вещи! Я не оставлю здесь свою одежду! Взять эту или эту? Ты хочешь взять с собой тыкву? Ну да, хоть одну. Они мне как друзья. Ты точно поехавшая. Одежду надо брать и косметику. И зачем тебе это, если ты ходишь в одном и том же платье и не красишься? Действительно, побегу на легке. О, я!
Мне вот, кроме моего лука, больше ничего не нужно. Я не могу без книг. Я без них и дня не проживу. Лучше бы спички взяла и запас воды. А то ты в нашем лесу не выживешь. Это мы еще посмотрим. А хотя, знаешь, бери свои книги. Я ими в лесу в костер жить буду. Вот, зараза, стой! Наконец-то я могу выпить свой любимый коктейль. Малефисента, Малефисента, хозяйка! Да что ты опять орешь? Пожар, что ли? Принцесса, они... Да на, уже выпей, отдышись. Спасибо, хозяйка. Так что там? В общем, принцессы хотят украсть второй браслет и сбежать отсюда. Ну и что? На браслете заклятие. Только Нейт может надеть его на руку своей возлюбленной. Но он ни в одну из этих ненормальных не влюблен. Ну, тут такое дело. Так, а ну рассказывай. В общем, Нейт разбудил спящую красавицу поцелуем любви. Что? Они же сбегут! А ну быстро лови их! Даже не надейтесь, вы не получите браслет! Золушка, выруби меня тыквой! Я сейчас вас книгами вырублю! Только попробуй! Попались! Никуда вы отсюда не сбежите! Ты нам не помешаешь! Да что вы говорите? Лови! И я тебя полюбила, только мы не сможем быть вместе. Почему? Мы же любим друг друга. Малефисента нам не позволит, она против нашей любви. Тогда я заберу тебя отсюда. Ты согласна? Согласна. Обещаю, тебе понравится мой замок. Ну, идем, чего ты стала? Нам нужно спешить. Нет, я так не могу. Почему? Малефисента же столько времени держала тебя в заточении. Еще пару шагов, и ты свободна. Да, но девочки остаются здесь. Я не могу их бросить. Ну тогда мы не сможем быть вместе. Я знаю. Прости. А ну стоять! Что здесь происходит? Аврора? Ты как проснулась? Я ее разбудил. Пока ты тут умничаешь, они сбегут! Нет, я вас не брошу! Мы все найдем способ выбраться отсюда! Я хочу свалить сейчас! Ты сюда! Я должна сбежать! Отдайте! Девочки, прекратите! Тишина! Никто никуда не уйдет! Мама, ты не можешь держать их тут вечность! Мама! А я говорила, что с ним что-то не так! Умница, Зак! Я уничтожу этот браслет! И вы все останетесь здесь навсегда! Что это было? Идиот! Ты разрушил заклятие! И теперь они могут выйти отсюда! Лови их! Ну что? Диснеевскими принцессами. И нас хотела поймать Малефисента. Походу, нам приснился один и тот же сон.
Добрый день. Принц! Спасибо, конечно, но я не принц, а курьер. Вам доставка. Но мы ничего не заказывали. Вам передали. Смотрите посылку и расписывайтесь. Яблоко. Стрелы. Игла. Книга какая-то. Тыква? Это же все как с нашего сна. Кто нам это передал? Я! Вам даже в параллельной вселенной меня не избежать! У нас вышло открыть дверь! Я такой молодец, что нашел запасной ключ! Так помолчи! Кеси, а ты у меня сейчас получишь! Окей! Я принцесса! Кеси, как тебе не стыдно? Какой позор! В комнате же придворные! А мне пофиг! Я могу делать все, что захочу! Слуги и стража! Быстро вышли отсюда! Пап, ты посмотри на эту Кеси! Она же бесстыжая! Кеси, а ну быстро надень платье и корону! Нет! Ничего я не хочу и не буду! Мои уши! Неплохо! Ну, доченька! Ну, что мне сделать, чтоб ты перестала капризничать? Хочу фестиваль! Хочу послушать, как поют обычные люди! Хорошо, я сделаю все, как ты хочешь! Да? Тогда тот, кто мне понравится, отблагодаришь его монетами. Ну так что, мир? Ну да. Не, ты слышала, Белоснежка, что это такое? Опять наш папенька все позволяет этой Кесси. У нее даже титула нет. Вот я Рапунцель, ты Белоснежка, а она просто Кесси. Принц Флинн Козырь здесь? О, мой муж приехал. А я не поняла. А где мой муж-гном? Белоснежка, ты посмотри, какую я шляпку нашел. Какой ужас. Верни свой колпак гнома. Мой муж не должен в таком ходить. У нас вон фестиваль на носу. Эх, ладно. Неужели? Я вижу свет. Голова протухала. Добро пожаловать на волю. Не могу поверить, что я отсидел 10 лет в тюрьме, а сегодня вышел на волю. На, это тебе, Роза, подарок, так сказать. Ой, как тут все солнце, птички поют, я уже забыл совсем. Ну что, пошли в нашу халабуду, нужно обсудить, как жить будем, где бабки возьмем. Офигеть, это что, гитара? Я последний раз играл только до тюрьмы. Вау, а ты молодец, дар свой не потерял. О, так пусть Зак играет людям. Может, кто-то сжалится и золотых даст. А чья это гитара? Интересно. Я просто воровать не хочу, я обещал. Ты обещал, а мы нет. Эй, девочки, ну стойте, вы куда? Доченька, этот фестиваль для тебя. Спасибо, папа. Артисты уже приехали. Лили, доложи обстановку быстро. Да, уже 20 музыкантов ждут своей очереди. Отлично. Лили, Элис, идите запускайте всех. Угу. Девочки, а куда это мы пришли? В королевство Нейта. За хорошее выступление он заплатит нам аж целых 100 золотых. Ого! А как мы будем выступать? Ну как, гитара есть, ты играть умеешь, а мы как-нибудь разберемся, что делать. Ура, первые артисты здесь. Ну, начинайте. Моя доченька ждет. Так переживаю, 10 лет не играл. Никогда не думал, что полюблю принцессу.
И королевские темы меня дико бесят. Но вот я тут, я не шут и не принц пока что. Кто я есть, зачем здесь, мне время покажет. Да, класс! Они мне нравятся! Папа, плати им 100 золотых! Эй, Кесси, ты же только первых посмотрела, а как же остальные? Эй, ты слышала, что я сказала? Они мне нравятся. Мы что, будем подарки? Ого! Не думал, что моей дочке вообще кто-то понравится сегодня. Ребята, ну раз вас выбрала моя дочь, может, пообедаете с нами? Нас тут еще и покормят! Офигеть! Мы согласны! Ну, тогда все за мной! Я так и знала, что наш праздник лучший! Ай, вы! Иди сюда! Это что, с нами хочет поговорить настоящая принцесса? Да, я же вас выбрала, поэтому рассказывайте, кто вы. А мы обычные люди из городка Тинтин. А тут парень с гитарой. Наш брат. Он умеет играть на гитаре, вот мы и решили выступить здесь. А на чем вы приехали? Ну, если честно, мы угнали карету. Впрочем, как и гитару, так и оказались тут. Ничего, принцесса же нельзя знать это. У вас карета, значит? Вау, это же прекрасно! Интересно, зачем мне эта информация? Зак, а где твои подружки? А это мои сестры, они скоро подойдут. А ну, угощайся тогда. Он так накинулся на еду, будто лет 10 не ел. Так и я 10 лет ел только одних тараканов. Меня сейчас тошнит. Корольный, а где там мои денежки? Ой, да зачем тебе эти деньги? Ты их потратишь и все. Давай я тебе лучше подарю танец со своей дочкой Кисси. Так вы мне не заплатите? Ну смотри, Кисси принцесса, и тебе все будут завидовать. Ведь какой-то бедняк станцевал с самой принцессой. Это ведь круче, чем золото. Идем со мной. Быстро, давай танцевать. Ой, капец. Лучше бы папа не этот цирк устраивал, а нашел бы Кесси нормального жениха. Ну, как наш. Ага. Так, а чего вы все сидите? Давайте тоже идите, танцуйте. Ну что, начнем? Кесси, а скажите, нам что, правда ничего не заплатят? Мы зря выступали. А мой папа банкрот. В замке золота нет. Вам ничего не дадут. Что? Это невозможно. Король же совсем обнаглел. Успокойся. А давай так. Я тебе сама лично заплачу, а ты меня украдешь. Нет, так нельзя. Я не хочу снова в тюрьму. Ты отказываешься моей принцессе? Да. Хорошо. Ой, он меня поцеловал! Что? Ах ты подлец! Как ты посмел целовать саму принцессу? Какой это позор! Быстро в темницу его! Нет, темница для него это слишком просто. А пускай он ездит прочь из королевства и там он живет. Адам, быстро сюда! Я вас слушаю. Медленно проследи, чтобы этот подлец и его сестры покинули королевство. Стойте! Это не так! Это не я ее поцеловал, а она меня! Может, объяснишь, почему нас выгнали? Нам должны были заплатить 100 золотых. Король со мной расплатился танцем с принцессой. Что? Ты серьезно? Ага, обманул нас король, нет у него денег. Что делать? Нас выгнали из королевства, и у нас осталась только карета. Ну, найдем какое-то логово и будем там жить. Выхода нет. Офигенно. Из-за тебя мы теперь точно бомжи. Да я не виноват. Это все принцесса Кесси. Я когда с ней танцевал, она меня поцеловала, а король подумал, что это я к ней пристаю. Ну, вообще-то, я предлагала тебе по-нормальному меня украсть, а ты не захотел. Принцесса Кесси, что ты тут делаешь? Еду с вами бомжевать.
Мне надоело королевство. Я хочу свободы. Кисси, ты вообще... тебя нужно вернуть. Если король узнает, что она с нами, то нам капец. Спокойно. А давайте так. Я немножечко с вами потусуюсь, поживу отдельно от папы, а потом вернусь назад и никому не скажу, что я была с вами. Это ужасно. Кисси, так нельзя. Ну, пожалуйста, 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 пожалуйста. Ладно, ладно, только не ной. Будем тогда вместе логово искать. Ура! Я буду на воле! Подождите, искать ничего не придется. Год назад я нашла домик в лесу. Он пустовал. Поселимся там? Офигеть! Дом пустой в лесу, и ты молчала? Конечно, мы туда едем. У нас выбора нет. Ладно, есть этот домик. Ой-ой-ой. Ну ничего так, лучше, чем в тюрьме. Это что такое? Вы куда меня привезли? В домик в лесу. Почему он так ужасно выглядит? Ой, вы серьезно хотите тут жить? Слышь ты, принцесса, думала, тебе тут замок из хрусталя будет? Ну не из хрусталя, но хотя бы я думала, будет чистенько. Тьфу ты, радуйся тому, что есть, или вали в свое королевство. Нет! Ну ладно, в королевство я все равно не пойду, останусь здесь. О, тут картошка есть. О, отлично. Значит, Кэсси и Зак будут чистить нам картошку. А мы пока пойдем поищем что-то типа посуды. Идем, Мелани. Какая еще картошка? Я такое не ел. Это же не изысканное блюдо. Ну, хочешь не ешь. Другого все равно ничего нету. Денег и золота тоже нету. Купить не сможем. Ну ладно, раз я уже с вами... тогда буду есть картошку. Молодец, держи. Зак, а может я зря сбежала, а? Папа, наверное, меня там ищет. Давайте вернем. Нет, я думала, ты скажешь, нет, принцесса, нам с тобой очень хорошо, оставайся. Тебе, наверное, неинтересно со мной. Ну, вообще-то, ты меня веселишь. Ты так кривишься от всего, мне сразу смешно становится. Да уж, жизнь без денег, конечно, плохая, но даже очень интересная. Никогда не думала, что буду чистить какую-то картошку. Так, ребятки, тарелки найдены. Будем из чего кушать. Ура! Я пойду воздухом подышу и вернусь. Мне плохо! Мне плохо! Ваше Величество, вам помочь? Вам помочь? Может, я сделаю зелье из букашек? Моя дочь Кисси, она пропала! Пап, ну это же капризная Кисси. Она явно опять в шкафу прячется. Не бы проникнула в своих панталонах. Нет, на этот раз она точно пропала. Так давайте ее искать. Ты правда хочешь мне помочь? Не-не-не, я ее искать не буду. Ну давайте пусть Гарри ее ищет. Он же гном, все тропинки в лесу знает. Да конечно, как что, так сразу гном Гарри. Ты офигел? Ты наши мужья прям как дети. Если Кисси не найдется, я не выживу. Ну что, кажется, тут нужна моя помощь. Сыщица Синди? Да, Белоснежка и Рапунцель, это я. Точно, вот кто нам поможет. Вы же знаете, что я гениальная сыщица. И за деньги найду кого угодно. Моя Кисси пропала. Найдите ее, пожалуйста. Умоляю. Хорошо. Так, я что-то чувствую. А что она делает? Я своим нюхом, как у собаки, могу вычислить кого угодно. Я чую побег Кисси. Я так и знал, А она сама сбежала или ей помогли? Помогли. Я, кажется, знаю, кто. Куда она делась? Наверное, пошла искать мою Кисси. Идем, Белоснежка. Папе явно не до нас. Все внимание на Кисси. Адам, а сколько там осталось золота в нашем хранилище? Нужно сыщице заплатить. 0 золотых, ваше величество. Отлично, заплатим ей 0 золотых.
Блин! У нас же ноль золотых! Что же делать? У нас нет денег! Нужно выкручиваться из ситуации и чем-то заплатить сыщице! Свобода! Наконец-то нет ни папы, ни сестер и их мужей! Красота! Я уже даже не жалею, что сбежала. А может даже не возвращаться? Ого! Зимой растут цветы? Это же какое-то чудо природы! Кесси, тебе, наверное, холодно. Держи плед. Фу! Он такой вонючий. Почище не мог найти? Кесси, не начинай. Ладно, прости. И идем кушать картошку. Не хочу. Я хочу любоваться свободой. Свобода. Я тоже раньше этого всего не видел. В тюрьме темно и стрёмно. Что? Ты был в тюрьме? Жесть. Да. Меня подставила одна пиратка, и меня посадили. Я сейчас. Это ей точно понравится. Вот она и попалась. Я же говорила, что найду ее. Ага! Эй, ты кто? Какая разница? Главное, что я верну тебя. Зак! Эй, ты кто такая? Зак, спаси меня! Меня хотят вернуть в королевство! Кесси, ты где? Нужно срочно к ней! Ей было плохо в королевстве! Мелани, Китти, вы где? Доченька, я так рад, что ты вернулась! Отвали от меня! Я же говорила, что найду ее. Спасибо, Синди. Ты правда гениальная сыщица. Да. Теперь нам опять нужно слушать эти скандалы Кэсси. Рапунцель, а ну прекрати. Мы королевская семья и должны жить вместе. Так, ну что, когда рассчитываться со мной будете? Ага, о чем мы договаривались, я что-то не помню. Вы должны мне золото. Я? Ого, серьезно? А я думал, вы поможете королевской семье бесплатно. Ах ты, обманщик! Думаю, развести меня! Ты сама себе что-то надумала! Я не собираюсь тебе платить! Да чтоб я еще раз в жизни помогала вашей семье! Да никогда! Сыщицы Синди для вас больше нет! Да, и что это было? Доченьки, не берите в голову. Все, идите. Пойду, что ли, волосы свои расчешу? Ну да, пора бы. А то там уже бошки завелись. Кесси, выходи. Ну, хватит уже в комнате сидеть. Нет, я тебя ненавижу. Достали вы меня все. Ну, что мне с ней делать? Рапунцель и Белоснежка ведут себя нормально. Это... Девочки, Кесси похитили! Кто? Не знаю. Нужно срочно вернуться в королевство. Вы со мной? Зак, походу ее нашли слуги короля. Мы уже ничем не сможем помочь. Я знаю, Кесси не хотела уходить. Я пойду за ней. О, походу наш братец влюбился. Зачем вы меня сюда привели? Мы хотим привести тебя в порядок. Что? Зачем? Я хочу быть страшной. Дорогуша, ты у меня должна выглядеть лучше всех. Я тебя выдам замуж. Что? Ты серьезно? Ну а что? Твои сестры уже давно нашли себе принцев. А ты что, так и будешь второй девой? Папа, ну я хочу на свободу. Ты принцесса. Ты наследница престола. И будешь делать то, что тебе говорят. Стража! А ну быстро принесите фотку будущего мужа моей дочери! Вот то, что вы просили. Вот, знакомься, это Донни, твой будущий муж. А я думаю, вы будете идеальной парой. Но он же толстый. А может, он человек хороший? Он носатый! Я не буду выходить замуж за такого урода! Кесси, ты уже и так села мне на шею. Больше не пройдет такое поведение. Твой муж будет толстый и носатый Донни. Ну почему он? Папа! Да потому что я банкрот. У меня совсем нет золота. Я даже не могу придворным зарплату выплатить. Так вот почему.
почему мы 3 месяца без золота? Ой, а я это вслух сказал, да? Лили, нас обманывали! Все, я увольняюсь! Все, я тоже увольняюсь! Молодец, папочка! Ты потерял золото, а скоро потеряешь и дочь, и честь! Ясно? Спасибо, Адам! Ты один будешь мне бесплатно служить, да? Ну... Гном, ты слышал? У Нейта нет богатства! Какой ужас! Блин, мы зря на его дочках женились! А еще мы не получим наследство! Капец! Ладно, давай еще подождем, в замке на халяву поживем. Ну, если что, свалим. В этом лесу меня не съедят волки! Как тут жутко! Нет! Давай тащи его в логово! Наша добыча! Пустите! Ну что, Джонатан, на какой остров мы поплывем в следующий раз? Иди нафиг! Чирик-чирик! Эй, ты что, обиделся? Ты меня кормишь невкусно! Кто такие? Что вам от меня надо? Джордан, иди полетай, у меня тут дела. Капитан Гвен, мы нашли добычу. Опа, вы молодцы. Давайте его сюда. Иди давай. Ну все, тот, кто попадает в логово пиратов, живым отсюда не выйдет. Вы что, ненормальные? Шучу, шучу. Гвен, что будем делать? Твое имя Гвен? Ты та, из-за кого я сидел в тюрьме 10 лет! Так, приветик, давно не виделись. Ты ж гадина, подставила меня! Украла золото и подкинула его мне! Только успокойся! Я не хотела, это случайность! Давай все мирно решим. О, кажется, я удачно сюда попал. Значит так, ты мне поможешь вернуть принцессу. Ты себя видел? Видел. У меня хотя бы зубы чистые. Что? Я влюбился в принцессу Кесси. И нужно ей это сказать. Но в замок мне не пробраться. Король не пустит. Вот это да. Но, кажется, я знаю, что делать. Я тоже знаю. Король ведь нас боится. Мы его враги. Значит, мы точно проберемся в замок и покажем этому смельчаку. Скоро приедет Донни, Кесси выйдет за него замуж, и все, мы богаты! Я вас все ненавижу! Кесси, успокойся, папа плохого не посоветует. Мистер Нейт, там... Поймал пираток? Серьезно? А ну, веди сюда их быстро! Ваше Высочество, хочу доложить, словил опасных пираток. Зак, это ты? Ты пришел? Вау! Это невероятно! Это же те самые пиратки, которые держат в страхе все королевство! Я хочу попросить прощения за тот поцелуй с Кесси. Да пофиг на поцелуй! Нужно посадить этих пираток в темницу. Фигушки! Достаем дымовые бомбы! Король Нейт, конец твоему правлению. Паршивая пиратка, вы за все ответите. О, а вот и ваш зять, который все организовал. Замолчи, Гвен, ты меня опять подставила. О, не может быть. Ты сказала сделать вид, что я вас словил. Вы сами себе руки замотали. И как только бы меня простил король, вы бы сразу сбежали. Ты опять не поверил. Пробраться с тобой в королевство и захватить его! Как ты мог? Ты подставил всю мою семью! Кесси, все не так! Я тебя люблю! Я вас вытащу! Как? Бен, смотри, твой попугай улетел! Где? Где? У него вышло! У него вышло! Где? Неужели этот бедняцкий мальчишка нам поможет? Эй, куда он делся? Не поняла! О, черт! Он побежал! Ты не ходи!
Кажется, у меня вышло. Теперь я правлю этим королевством. Гвен, тут вот еще какой-то придурок остался. Так закиньте его в темницу. Прошу, только не темница. Я буду служить вам. О, ну тогда давай танцуй, пираты хотят веселья. Мы тоже хотим тебе служить. Опа! А вы же принцы, мужья Рапунцель и Белоснежки. Да, они тупые, и их король Нейт банкрот. А нам нужны бабки. Ну тогда добро пожаловать в пиратскую банду. Что тебе нужно? Синди, я же знаю, ты можешь все. Нужно спасти короля и его семью. Не хочу ничего слышать про этого обманщика. На королевство напала пиратка, только ты знаешь, что делать. Тебе еще раз повторить, я не буду ничего делать для Нейта. Пока. Только не это. Сам я не справлюсь, мне нужна помощь. Девочки, девочки, беда, беда! Зак, что случилось? Мы только уснули. На королевство напали пираты и захватили его. Что? Как это произошло? Я сам их туда привел. Ты совсем? Что нам теперь делать? Чем мы сможем помочь? Идемте все вместе и выгоним этих пиратов. Мы? Пиратов? Смеешься? Нет выбора. Там моя принцесса Кесси, она в темнице. Все ясно. Это опять во всем виновата любовь. Угу. Идемте уже. О, напиток какой-то. Думаю, может пригодиться. Быстрее! Пошли уже! Ну что, слуги мои, вы готовы помогать королевству? Да, капитан! Отлично. Нужно будет переделать все комнаты под пиратское логово. А? Хорошо, капитан! А я вам за это дам золото. Ого! Офигеть! О, классно, что мы стали пиратами. А то мужьями принцесс невыгодно быть. Да. Этот король нам ни копейки не дал. Мы захватим больше, чем это королевство. Ничего вы не захватите! О, бедняки пришли! Тоже хотите быть с нами в банде пиратов? А? Нет, мы вас уничтожим! Что? А ну быстро схватили их! И в темницу короля! Пересохло. О, у меня же есть та бутылка. Тут еще и написано «Выпей меня». Выпью. Что это? Я чувствую, кажется, я становлюсь сильнее. Я все тут разнесу. Давайте быстро хватать их. Кажется, ты спасла королевство. Что же это такое? Мои пиратики. Чё стоите? Главную хватайте. Папочка, не плачь. Скоро придут Гарри и Крис, они нас спасут. Зак, ты вернулся? Да, я вас вызволю. У меня есть ключ. Ну, рассказывай, что там происходит? Давайте вы лучше сами увидите. Ну вот, как-то так выглядит ваш замок. Какой
ужас! А мой дворец, они его испортили! Зак, а где пиратки? Они ушли? Мы с сестрами их прогнали. Зак, ты герой, ты нас спас! Эй, а где мой муж-гном? И мой где? Ну как сказать? Они перешли на сторону пираток и пытались захватить замок. О нет! Они нас предали! Зак, не бросайте меня! Нейт, я ничего не сделал! О, Адам, а ты что, не захотел присоединиться к пираткам? Нет, я ждал вас! Ждал? Ты должен был нас вызволять, идиот! Извините, я испугался. Ладно, оставайся, а то и так все разбежались. Иди охраняй замок! Ну что у меня за слуги? Ужас! Зак, я тебя люблю. Ты мой герой. Кесси, ты чего меня обнимаешь прямо здесь? Вдруг вы, папа, против? Да не против я. Делайте, что хотите. Что? Я могу даже выйти замуж за Зака? Ну, раз ты хочешь быть с бедняком, пожалуйста. Он хотя бы не трус, как те двое предателей. Ура! Ой, где же мы возьмем деньги на все это? Я ж банкрот. О, секундочку. Ну что же там? Папа, ты только посмотри, сколько там золота. Мы же сможем отдать все долги и еще и свадьбу сыграем. Ура! Лили! Эли, стойте! О, ваше величество, зачем пришли к нам? Вернитесь, умоляю, вы лучшие слуги в моем королевстве. Вы нас обманули, вы нам не заплатили. Я все исправлю. Я уже помирился с сыщицей Синди и вернул ей долг. И хотел извиниться перед вами. Пока вы не отдадите нам долг, мы к вам не вернемся. Вот, тут два мешка золота. Это в два раза больше, чем я вам обещал. Ого! Ну тогда мы приступим к своей работе. Отлично! Кстати, у нас в королевстве как раз намечается самая масштабная свадьба. И мне нужна будет ваша помощь. Ого! Тогда мы точно с вами. За это же будет дополнительная премия? Ну... Да будет, будет! Будет, конечно. Мы как принцессы! Ага! Хорошо, что то зелье действует всего час, и ты вернулась в свое тело. Нас еще и одели красиво. Да, нам же не нужно позора на королевской свадьбе. Пришлось выделить вам платье. Уважаемые гости, не побоюсь этого слова, принц Зак! Могу поверить. Я принц, самый настоящий принц. Зак! Ты лучший! А теперь встречайте невесту, принцессу Кэсси! Как это все трогательно! Доченька, наконец-то ты выйдешь замуж! Спасибо, ваше величество! А тебе спасибо! Ты спас королевство и достоин моей дочери! Милоснежка, нас Кэсси уделала! Ага, а наши мужья нас предали! А Кэсси вышла замуж за принца! Кэсси, я тебя люблю. А я тебя. Ну что ж, объявляю вас мужем и женой. Ты самый счастливый человек на свете! Познали. Ты смотри, сейчас прилетит. Что? Что? Я даже могу смотреть в камеру, правда? Да? Да! Ура! Если ты хочешь общаться с зрителями, то пожалуйста. Идите сюда! Нужно поговорить. Это... Давайте еще раз. Не, ну ты слышала? Нет, ты слышала? Да. Розетка, что это такое? Мистер Нейт, там! Подожди! Думала, тебе тут замах... Замах? Даже не на хрусталь, замах. Замах! Ну что? Я что еще и...
Да.